Всем привет! С вами канал «Страна Игрляндия». И сегодня у нас в гостях неотразимая кошечка Анжелка. Вау! У нас появилось что-то новенькое. Улыбнись на камеру и снимай потрясающие модные фотографии. А еще нужно попробовать новые летние фоны и фильтры. Обязательно все сделаем. Только что-то вот наша Анжелка не в форме. Придется дать ей волшебное зелье бодрости. Ну а теперь нашу красотку нужно накормить. А то, когда она голодная, никакие фотки у нее не на уме. И вау-вау-вау, у нас событие за событием. Только что наша кошечка перешла на 36 уровень, и ей в подарок 440 золотых монеток и 5 новых наклеек. Ну а мы продолжаем трапезничать. Летние арбузы просто класс. Кто их также любит, пишем плюс. Ну а на десерт у нас мороженое. И за то, что мы нашу Анжелку сытно накормили, нам полагался приз. Но если честно, то нам сейчас не до подарков. Ведь впереди фотосессия, а наша Анжелка выглядит ужасно. Ей срочно нужно принять ванную и душ. А то такой заморашкой фоткаться ну никак нельзя. Она же ведь у нас модница и красавица, поэтому должна выглядеть прелестно. Так, ну вот практически и все. Да, как же приятно сверкать от чистоты. Только вот нам еще нужно позаботиться о свежести дыхания и чистоте зубок. А ну-ка, Анжелка, сейчас мы избавимся от этих ужасных остатков пищи. Только ты, главное, не закрывай рот, мы сами все сделаем. Хорошенечко почистим до безупречного состояния. Ну вот, белоснежная улыбка, как у принцессы. И сразу же после того, как мы навели марафет, нашей Анжелке захотелось танцевать. Окейушки, будут тебе танцы, только с начала фотосессия. Супер! Вы только посмотрите, какое милое солнышко. Получилось очень прикольное летнее фото. Кстати, у кого тоже есть такое солнышко, пишем единичку. Ну а это уже, по-моему, старые знакомые фоны и фильтры. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, и чего-то невзначай не заметила. Если это так, напишите. За подсказки буду вам признательна. И еще, все, кто скучал за нашей пушистой, прелестной кошечкой, пишем цифру 5, ставим лайк и шлем Анжелочке арбузы. Ведь она сейчас их только и ест. И как же здорово! Благодаря этому арбузному фону у нашей Анжелки откроется конверт. Скорее посмотрим на его содержимое. Может, там новые призы и подарки? Ух ты! Очень заманчиво и интересно. Две новые наклейки. Только жаль, они дубликаты. Но ничего, у нас есть еще один набор. Проверим и его. Вдруг нам повезет и попадутся недостающие нужные наклейки, чтобы заполнить альбом. Но жаль, похоже, что фортуна сегодня не на нашей стороне. Но я, кажется, знаю, что нужно делать, как обхитрить судьбу. Сейчас мы зайдем в магазин и купим беспроигрышный вариант. Одна гарантированная наклейка не дубликат за 20 бриллиантов. Что ж, вскрываем. Yes, и это то, что нам нужно. Супер, мы заполнили 22-ю страничку в альбоме и нам положен приз. 6 бриллиантов, а также новое платье в цветочек. Какое же оно прекрасное. Особенно этот красивый солнечный желтый цвет, от которого я без ума. А еще мы нашей Анжелке сделали модную прическу-хвостик. И, конечно же, сделаем ей неброский макияж. Розовые румяна, нанесем еще мерцающие тени. Обязательно накрасим реснички и, конечно же, воспользуемся помадой. В таком наряде Анжела будет первой красавицей на пляже. Хотя в таком образе можно отправляться и на сцену. А что, мы ведь обещали нашей Анжелке танцы, так что обещание нужно выполнять. Только сейчас на нее немножко полюбуемся и проверим, все ли в порядке. И ничего ли мы не забыли? Да, по-моему, сегодняшний лук у нее сногсшибательный.
Ну все, в таком прикиде отправляемся на тренировку. Нужно вспомнить парочку движений, а также их разблокировать. А то, когда у нее слишком большой перерыв в танцах, ей нужно немножечко помочь и вспомнить все танцевальные движения. Но это, я думаю, совсем не страшно. И еще у меня потрясающая новость. Во время основного выступления и концерта прозвучат обещанные долгожданные приветы. Так что слушайте внимательно и не пропустите свой. Ну и конечно же не забудьте поддержать нашу топ-звезду своими лайками, аплодисментами и букетами цветов. Фух, ни пуха, ни пера, Анжелочка отправляется на сцену. Вау, вот это да! У меня от неожиданности перехватило дух. Анжелка немножко растерялась. Вот это неожиданные изменения. У нашей кошечки появилась новая танцевальная студия с крутым дизайнерским ремонтом. Ну да ладно, пока наша Анжелка будет плясать и танцевать, я передам приветы Ксюшеньке Федорец, Сереже Соловьеву, Ивану Шинкарук, Настеньке Ефремовой, Ангелине Алимовой, Ксении Михайловой, Проксу Фоксу, Тимошенко Маргарите, Аленочке Зайчиковой, Ярославу Махонину, Плей Кэт, Вики Кипарец и Анастасии Рязановской. Но это, конечно же, еще не все. Только взглянем на новый подарок Анжелки. Ведь интересно же посмотреть, что же в этом сундучке. Помада. Жаль, мне такая темная не очень нравится. Ну да ладно, вернемся-ка лучше к приветам. Итак, следующий привет Рускусу, Миланочке Ковальчук, Даше Море, Анастасии Бахметовой и ее сестричке Ульяночке. И пока Анжелка будет рассматривать супер крутой дубликат, я еще передам привет Ангелине Чечетовой, Артуру и его сестричке Маргарите, а также Вике Смирновой. Ну а тем временем мы нашей Анжелке покупаем новые морские обои. Ведь нельзя же упустить такую акцию и скидку. И заодно к этим морским обоям постелим такую же скатерть. Анжелка, по-моему, как всегда в восторге от новых покупок. И почему бы в такой жаркий денек не выпить ей стаканчик прохладной колы? Ну а как вы спасаетесь от жары, напишите в комментах. Так, ну а сейчас мы нашей Анжелке подарим настоящий подарок. Вот это для нее будет настоящий сюрприз. Дорогущий королевский наряд за 120 тысяч монеток. Ну а что, во всяком случае она заслужила. Вела себя прекрасно, так что пусть порадуется. Да что тут скажешь, правда, нету слов. Одни лишь восхищения и эмоции. О, а почему бы нам еще не поиграть в рулетку? Выиграем для нее еще какой-нибудь бомбезный приз. Например, 50 золотых. Так, ну а сейчас, я думаю, нашей Анжелке нужно переодеться, ведь в этом платье она чуть не спарилась. Наденем что-нибудь полегче, подыщем какой-нибудь прикольный летний вариант. Классно! Как же, кстати, это пляжное зеленое платье. И к нему, я думаю, отлично подойдет эта соломенная шляпа. И сделаем ей еще вдобавок рыжую шубку. Так, для нее солнечные лучи и загар будет безопасней. А вот к рыжей шерсти идеально подойдут зеленые глаза. Здорово! И чуть не забыла про летние очки. Ведь без них летом никуда. Так, это пока не то, и это... О, вот они! Только поэкспериментируем еще со цветом стекол. Получилось миленько. Оу, похоже, вместо пляжа наша Анжелка отправилась в сад. Но ничего, и здесь можно прекрасно отдыхать. И вдобавок пить еще кокосовые коктейли. Ой, только вот снова нужно чистить зубки.
И из-за этой малоприятной процедуры у нашей Анжелки изрядно портится настроение. Хотя, возможно, это из-за того, что ей хотелось лесных ягод. А они у нас, к сожалению, закончились. Ну, прости, этот мы так немножко пошутили. Ну ладно, не ворчи, купим мы тебе вкусняшек. Накупим этих ягодок побольше. Пусть полакомится от души. Ну что, держи, чего хотела. А на этом все. Всем чао-какао и до новых встреч. Будем прощаться, пока с нашей Анжелкой еще чего-нибудь не приключилось.